Приветствую вас. Конечно, вам, я бы сказал, нелегко. Конечно. Вот. Здесь, безусловно, как мне кажется, имеет место быть определенные травмы, потому что получается, что вы изменили под наплывом определенных чувств. И, соответственно, вас это, вероятно, ну, вероятнее всего, вас это травмировало, как я думаю. Вот, соответственно, если есть травма, то травму необходимо проработать, травму необходимо прожить. Вот. Это, наверное, один из ключевых, я бы сказал. Моментов, потому что это важно. Вот. Следующее, на что я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание, это на то, что, ну, вот как-то у вас все это накапливается, я так понимаю. То есть как-то это все у вас ну, накапливается, вот эти все обиды и так далее, вот. Соответственно, нужно понять, с чем эти обиды у вас связаны. Вот. Ну, то есть, вообще, вот как вас эти обиды, там, грубо говоря, проявляются, да? Вот. Значит, ну, с чем это связано? Вот, как это, у вас получается так, что накапливается, да? Вот, мне так, по крайней мере, кажется мне так, по крайней мере, видится, вот, что вы себя, ну, где-то вы себя явно игнорируете, вот. И это очень важно, на мой взгляд. Потому что если вы себя игнорируете, ну, вот, игнорируете, допустим, вы свои чувства, да, игнорируете свои переживания, игнорируют те свои эмоции, вот какие-то, то вот получается в итоге такая вот не очень хорошая, мягко говоря, история. Не очень хорошая история получается. Вот. Поэтому вам только нужно, как мне кажется, переживать, постараться проживать вот те ваши негативные эмоции, негативные чувства, которые у вас сейчас имеют место быть. Ну, просто потому что это важно, и просто потому что вам от этого, ну, вероятно, больно. Вот.
как мне, по крайней мере, кажется. Вот, то есть вам, ну, тяжело от того, что происходит. Ну, кстати, это нормально. Это более чем нормально, что вам тяжело, что вам больно. Вот. Вам необходимо, как мне кажется, быть искренней с своим молодым человеком. Вот, вам необходимо, как мне кажется, последовательно доносить до него то, что с вами происходит, вот, или происходило, или происходит, вот, и, значит, если вы сможете, то вы донесете до него, вы сможете донести до него мысль о том, что ваша измена, да, ну, не совсем измена, да, а это как бы вот такая реакция, скажем так, вот. И да, это все, в принципе, что вы можете сделать, как мне кажется, вот, потому что для мужчины это тоже будет некоторым травмой, с которой уже ему самому, как мне кажется, нужно будет работать, чтобы, значит, ее пережить, чтобы она вам не отвлекала. Вот. Вот и все, что я думаю, можно вам здесь сказать. Это то, что я думаю, вам можно встретиться, да. То, что мне кажется сейчас наиболее актуальным. Вот, я понимаю, что, ну, что возможно другие варианты, но вам нужно найти возможность поработать с психологом. Вот, вам нужно найти возможность пообщаться вот с психологом для того, чтобы вот чтобы свои проблемы решить. Вот. Потому что, ну, понятно, что сами они не решатся. Вот. А вот, наверное, так. Наверное, вот то, что я хотел вам сказать. То, что я хотел вам ответить. То, что я могу сказать, и то, что я могу ответить. Вот, на текущий, по крайней мере, момент. Вот. Мне очень жаль, сочувствую тому, с чем вам пришлось столкнуться, вот, но вы сможете это прожить, возможно, не одна. Вот. Повторюсь, если будете свои чувства замечать, да, если будете замечать то, что с вами происходит. Вот. Если замечать не будете, вот, то это может повторить, к сожалению. Вот. Ну вот, в принципе, наверное, такой ответ можно было бы вам дать. Вот. Понимаете, вы говорите, как вернуть
человек. Ну, парень, он ведь, ну, мне кажется, не какая-то вещь, чтобы его возвращать. Мне так кажется. Мне кажется, парень это все-таки, ну, человек. В первую очередь. И вам нужно признать, что он может уйти. Без того, что случилось, и допустить это. Но мы все могли быть максимально открыты, максимально искренними по отношению к нему. Вот, тогда, возможно, у него получится вас простить. А может быть и нет. Потому что его это тоже задело. Ну, идеально, конечно, если вы вдвоем обратитесь на консультацию. Всего вам доброго, удачи, надеюсь на ваш отклик.